рады вас приветствовать на фонетическом конкурсе Института филологии и языковой коммуникации 2017. Давайте же громко поаплодируем, чтобы вы там были. Lancio solo del terreno tiendo a ver si compartirlo y consembrarlo. La primavera le mostraba al mundo. Las hojas sabras y las arrojas, y en la calle clara de sus hojas, sentía la infinito, el pensamiento. Четыре цвета года, белые шапки на белых березах, белый зайчичка на белом снегу. Und Frucht der Gärten, grundschweigen Wälder wunderbar, und sind des einsamen Gefährten. Da sagt der Landmann, es ist gut. And I to call the blame out of all sense and reason, until I cried and trembled and rocked to and fro, riddled with light. Хитомонка ёбана, начинаю я. Адухакамонок, а мой кива. Мне кажется, интересы студентов есть, потому что не так много в университете мероприятий, где можно послушать разные языки. Зрители приходят, чтобы послушать разные языки. Не только какой-то один, например, привычный английский, а чтобы послушать разные языки. А для участников это способ проявить себя, это способ узнать, насколько он или она хорошо владеет языковыми навыками, в данном случае фонетикой, в первую очередь. Мне конкурс понравился, мне кажется, он прошел в этом году на более высоком уровне, и именно благодаря тому, что мы выбирали тройку лучших в каждой номинации, за исключением английского языка для непрофильных специальностей, потому что для этой номинации три кафедры выбирали своих победителей, и от каждой кафедры, то есть гуманитарные направления, естественно, научные и инженерные, каждая из этих кафедр выставляла по три своих победителя, там было 9 участников, в остальных было 3, это были лучшие, соответственно, качество было лучше. Но я, конечно, советую всем студентам, кто изучает иностранные языки, участвовать в таких конкурсах, потому что это, понимаете, когда вы учите стихотворение на другом языке, это совсем другое ощущение, нежели вы делаете просто какие-то упражнения. Mm-hmm. Это совсем другое, это в какой-то мере более интересно, и это помогает вам в вашей не только фонетике, но и в чувстве языка. Я думаю, что такое мероприятие не должно ставить прежде всего педагогические цели, а оно ставит цели, ну, воспитательно-педагогические. Это не для того, чтобы отобрать тех, кто успевает, и наоборот, тех, кто плохо усваивает материал. Нет, совершенно не для этого. А для того, чтобы, ну, посмотреть друг на друга, посмотреть на студентов других направлений. Каждый может поучаствовать. Ну, потому что скучно все время сидеть на одних и тех же занятиях, в одних и тех же аудиториях. И классно провести такое мероприятие, где это будет все не так академически, не так официально. Где просто выйдут люди, почитают стихи, другие люди их послушают, поаплодируют им, вручат какие-то призы или просто дипломчики. Это же замечательно.